Андрей, скажите, пожалуйста, почему, когда я езжу на машине около 70 километров и даже больше, то потом болит голова очень сильно? Что делать? Заранее спасибо. Необходимо, я сейчас скажу такие слова, необходимо на ночь съедать кусочек сливочного масла, заморозить его, и после этого кусочками, и после этого перед сном рассасывать масло за щекой левой, после этого правой щеки, и после этого его рассасывать и глотать. Делать это перед самым сном. Таким образом, глаза и голова перестанет болеть, и усталость глаз во время быстрой езды не будет формироваться. Скажите, пожалуйста, если один партнер хочет расстаться, второй партнер против, так как живет материально за счет первого и шантажирует детьми, устраивая истерики, постоянно напоминая о чувствах долга. Есть ли выход в такой ситуации? Огромное спасибо за ответ. Я всегда говорил эти слова, еще раз подскажу вам. Делайте так, чтобы ваша душа была всегда свободной и радостной. В случае, если ваша душа самостоятельно, независимо от этого человека, живет саморадостно, то живите даже и выбирайте. Если у вас есть возможность жить в богатстве или жить в бедности, жить в богатстве, но чтобы душа страдала, или жить в бедности, но чтобы душа была счастливая, выбирайте жить в бедности, в будке какой-нибудь, но не в королевских апартаментах, чтобы душа страдала. Почему? Душевная боль, она самая тяжелая. Выжить, когда душа болит, сложнее, чем когда вокруг все очень плохо. Не стоит бояться материальных трудностей. Материальные трудности, они закаляют человеку душу, помогают человеку духовно возрождаться. Поэтому я могу вам сказать, что не нужно себе объяснять, что делает человек, как он там делает. Делайте, как вы хотите. Я в своей школе очень часто говорю слова: делайте, как вам хочется, а не так, как кто-то хочет для вас. Я понимаю, что у кого-то есть идеи по отношению к нам, долги и так далее. Делайте, как вам хочется. Вот вам так хочется, делайте. Я хочу сказать, смотрите, есть три элемента, ради которых можно расстаться с человеком. Первый элемент – это ложь. Второй элемент – это недоверие. Третий элемент – это, скорее всего, можно сказать, лень человека, обещания невыполненные. Накопать там этих элементов можно много.